Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 49UF74006LA. В описании к видео вы найдете ссылки с лучшими ценами на этот ТВ. Перед началом обзора я прошу вас поставить лайк и подписаться на наш канал. А чтобы первыми узнавать о выходе новых видео, рекомендую включить колокольчик. Диагональ экрана 49 дюймов, разрешение 3840x2160. Подсветка Direct LED, матрица IPS. Глубина цвета 8 бит плюс технология FRC. Частота обновления 60 Гц. Настоящий 4К для всех ваших развлечений. LG UHD TV был создан, чтобы развлекать, поднимая все, что вы смотрите, на новый уровень. Будь то кино, спорт или игры, он обеспечивает реальное 4К изображение с яркими цветами и мелкими деталями. Наслаждайтесь более реалистичными изображениями в 4-кратном разрешении Full HD. Улучшит все, что вы смотрите. Процессор удаляет видеошум и создает более яркие цвета и контраст. Изображение с низким разрешением масштабируется и воспроизводится с качеством, близким к 4К. Смотрите контент, как задумано его создателем. Процессор автоматически отключает интерполяцию кадров, изменение резкости и шумоподавления, сохраняя оригинальное соотношение сторон и количество кадров. Смотрите фильмы и другой контент с сохранением творческого замысла и кинематографического опыта. Наслаждайтесь контентом в высоком разрешении. Телевизоры LG UHD обеспечивают оптимальное качество изображения HDR с поддержкой основных форматов HDR, включая HDR10 Pro и HLG Pro. Полный контроль без задержек. Телевизоры LG UHD позволяют пользователям полностью и мгновенно управлять играми без каких-либо задержек. Широкий угол обзора. Смотрите, как играет ваша любимая команда на дисплее с потрясающе реалистичными цветами, независимо от того, где вы сидите. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента UHD данной модели телевизора — 205 сантиметров. Предназначен для вашего пространства и развлечений. Тонкие рамки и гладкие современные линии телевизора добавляют эстетику дизайна премиум-класса к вашему пространству и повышают качество просмотра. Размеры телевизора 111 см в ширину, 81 см в высоту, толщина 6,5 см. Вес 11,1 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0. Smart TV – ваш центр управления комфортом. Интеллектуальный LG SyncQ AI делает жизнь еще удобнее. Естественное распознавание голоса позволяет вам управлять и контролировать свою домашнюю IoT-экосистему. Неограниченные развлечения, бесконечный контент, бесконечное удовольствие. Получите доступ к приложению Apple TV и каналам LG. Выберите из последних фильмов, телешоу, документальных фильмов и спортивных трансляций. И найдите их всех в одном месте. Живи умнее с новой WebOS. Наслаждайтесь большим количеством контента через потоковые сервисы, включая YouTube и другие. А недавно добавленная функция голосового управления позволяет вам управлять своими бытовыми приборами с помощью голоса. Погрузитесь в искусство звука. Несколько виртуальных аудиоканалов создают более захватывающий звуковой опыт. Наслаждайтесь тонким диалогом и утонченным звуком, как если бы вы были в самой сцене. В хорошей игре хороший звук. Создайте эффект звука вокруг, подключив два любых Bluetooth-динамика к телевизору LG UHD. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу. Выходная мощность 20 Вт, 2 10-ваттных динамика. Звук можно передавать по Bluetooth.
Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные отрицательные. Их оказалось немного. Толстоват. Кабельное аналоговое телевидение показывает не очень. Средний звук. Немного староват дизайн. Теперь расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Классная картинка. Хороший звук. Умные подсказки в системе. Скорость работы. Легкое управление. Стильный внешний вид. Быстрый процессор. Широкие углы обзора. Удобный пульт. Возможно, вы стали владельцем такого телевизора и захотите поделиться своим мнением в комментариях с нашими зрителями. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Не забывайте про лайки и подписку на канал. Включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. Всем пока!